Красота природы является тем моментом, который будет в сердцах вдохновения. Многие берутся за кисти, делают прекрасные шедевры из природного материала. Замечательный повод для осенней выставки, которая состоялась в детской художественной школе. Тема выставки – осенняя фантазия, свободная, интересная и творческая, не ограничивающая яркую фантазию детей. Участники – это ученики от 5 до 11 лет. Дети способны создавать особый мир фантазии – красочный, образный, восхитительно целостный и вообразительный. В нем невиданные растения, здания, животные. В нем буйство красок и трогательное, нежное отношение к окружающему. Мир детской фантазии огромен и многообразен. Из мечтателей о розовых слонах вырастают художники, скульпторы, писатели, дизайнеры, ученые, режиссеры и многие другие. Маленькие художники изобразили все, что волнует их сердца. Это художественные композиции осеннего пейзажа, сочетание пейзажа с элементами натюрморта, портрета, сюжетные композиции, выполненные в живописных и графических техниках, а также объемные и плоскостные поделки из природных материалов. Детские рисунки яркими красками рассказывают, как прекрасен мир, в котором мы живем. В них воспевает красота осенней природы, образ осени. Выставка носит название «Осенняя фантазия». Понятное дело, что связана она с осенью, со всей красотой осенней, с ее яркими красками, со светом, с праздничным настроением. Выставка ежегодная. Каждый год учащиеся художественной школы принимают в ней участие. Они уже знают, готовятся заранее и каждый раз спрашивают, будет ли выставка в этом году и к какому времени нужно подготовиться. В этом году к нам на этой выставке присоединился детский дом номер 12, который находится с нами рядом. Ну, такая практика была уже, что ребята из детского дома под руководством Клестовой Ольги Анатольевны принимали участие у нас. Ну и в этом году она повторилась, это очень приятно. Есть нам что посмотреть у них, и им они что-то позаимствовали для себя. Ну, их работы, в принципе, на уровне. Ну, возможно, даже есть более интересные. Наши педагоги удивлялись, потому что, ну, интересные находки творческие. Это здорово, когда есть шанс, ну, что-то новое узнать. А чьи очарования? Так красиво назвал осень известный классик в своем стихотворении. И ведь он прав. Осень – это не только дожди. Это еще и пора ярких красок, отличного настроения. Осень одарила нас замечательными материалами и идеями для творчества. Все это богатство использовали ученики художественной школы для создания оригинальных украшений, забавных игрушек, композиций, аппликаций, картин. Хочется отметить креативную работу «Осенний букет» из полимерной глины творческой и талантливой девочки Алены Калягиной, а также очень лиричную, успокаивающую и в то же время красочную картину Малышевой Анастасии «Девочка, сидящая у окна». Это изображение обязательно зацепит взор зрителя и заставит немного задуматься о осенней поре и о ее немного минорных нотках. Каждая деталь способна как-то отражать некое настроение осени. Например, холодные цвета говорят о том, что все же холодное время и все же нужно как-то утепляться, показывать некоторую грусть. Но все же есть и теплые краски, которые приносят некое счастье в это время. Эта выставка заняла весь первый этаж художественной школы. Очень оригинальные работы, удивляя творческий подход к оформлению и богатейшая фантазия учеников выставки. На самом деле каждая работа – это маленький шедевр.